Была ли эта авария следствием намеренного нарушения правил или причиной стала банальная невнимательность, судить сложно. По рассказу очевидцев, машина, ехавшая в попутном все равно направлении, пошла на обгон, не обратив внимания на встречный автомобиль. Ее начал обгонять серебристый Chevrolet Cruze. Навстречу появился автомобиль. Он ее подрезал, видимо, потому что он резко ушел вправо. И она через поребрик перепрыгнула. И вот последствия. На первое дерево иномарка налетела правым боком. Дерево не устояло, однако Рено продолжил движение и замер, лишь когда снес еще одну липу. Похоже, что таким образом девушка пыталась уйти от удара с припаркованными у дома машинами. Прямо ехала, она меня подрезала, получается, серебристая. Я не заметила, что я вот так быстро-быстро повернулась и проехала. За рулем-то вы давно, что ли? 2 года будет в августе. Хозяйка Рено пояснила, что живет неподалеку и просто решила доехать до магазина, а вот регистратор, который имеется в машине, включить нужным почему-то не посчитала. Увы, но по тому описанию, которое дала девушка, нарушителя задержать не удалось, даже при помощи сотрудников мотовзвода ГАИ. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24.